Из КВН играют и много друзей. Редактура, импровизы, белорусский хоккей. Шутки на разминке сочиняю все быстрее. Пошучил удачно и в зале смеются. Надеюсь, что жюри хотя бы улыбнутся. Оценят на десятку мои жалкие подруги. Мы крутые пацаны, чьи подруги впервые играют в лиге регионов. Возможно, наши имена будут список чемпионов. Опа, давай, не сиди в прострации, подарись им свои бурные овации. Ну как вы думаете, мы зрителям уже понравились? Да! А то! Надо жюри удивить, рассмешить. Как будем действовать? Да послать придурка за вдохновением! А ну метнулся! 100% со мной вернется. Уже? Поезд догадался прихватить? Ты чё, придурок, не вдул? Тебе на морде или на бумажке написать? Вообще-то, главное правило менеджмента – это четкая постановка задач. По-моему, уже всех удивили. Теперь надо и рассмешить. Итак, миниатюра в деревне. ВКонтакте. ВКонтакте. Глянь, какая телочка. Ноги длинные, глаза огромные. Ага. Что? Да как вы смеете? Девушка, уйдите в сторону, сарай не загораживайте. Вон моя зорька. Это вам не огурец. Здорово, Леха. Смотрел вчера футбольный матч? Здоров. Нет. А кто играл? Украина, Гондурас. И кто выиграл? Наши. Эх, жаль, я за Украину болею. Все знают, что у спортсменов есть чирлидеры. А вы представьте на секундочку, если бы у нашей доблестной милиции была бы группа поддержки. А следующая миниатюра у больницы. Ну что тебе? Что, родила, пацан? Нет. Что, не родила вообще? Фу, Петрович, хорош прикалываться, я тут вообще-то с переломом. Ливань, ты что, давай уже, я стесняюсь. Ну, Андрюх, давай, не задерживай, а? Да не могу, я же не понимаю. Давайте я его стукну. Нет, рожь ущербного. Андрюша, давай. Здрасте. Следующая миниатюра — сын и отец на прогулке. О, красава! Папа, смотри! Сына пошли! Ну, папа! Сына пошли, говорю, футбол начинается. Ну, папа! Чемпионат мира, соображаешь? Ну, там же мама! Слышь, парень, давай быстрее, там ребенок умыться, ну.